Тело тоннеля смонтировано, подземный пешеходный переход готов. 2 месяца остается до открытия движения по новой объездной дороге в Гродно. Работы на участке от улицы Карского до Озерского шоссе идут полным ходом. Разработано, погружено в автосамосвалы и перевезено свыше 300 тысяч тонн минерального грунта. Это 95%. Работу полностью завершат на следующей неделе. По основному ходу улицы устроено 75% нижнего слоя асфальтобетона. По первому съезду сооружают водосбросы закрытого типа. Готовы все 7 дождеприемных колодцев. Установлены почти 4000 метров дорожного борта и 150 метров тротуарной плитки. Строители укрепляют насыпи и выемки засевом трав. Выполнено 40%. Почти готовы все опоры освещения по основному ходу улицы. Параллельно специалисты переносят коммуникации, разбирают старый бортовой камень и тротуары. Также продолжается устройство водопропускных труб через железнодорожный перегон по речке Гродно. По путепроводу через железную дорогу смонтировано 1,5 пролета балок. Путепровод тоннельного типа в данный момент собран полностью. Гофрированная конструкция закреплена, ведутся работы по дожиму болтовых соединений. Продолжаются работы по сооружению подземного перехода. Смонтированы все 38 блоков пешеходного перехода. На сегодняшний день устроена вертикальная гидроизоляция, ведутся работы по засыпке тела перехода песком. Устроена бетонная подготовка под откосные крылья. Чтобы успеть в срок, кроме генподрядчика, на объекте работают 12 организаций. Объездная дорога, напомним, напрямую свяжет микрорайоны Южный и Грандичи. Ее общая протяженность 1 километр 796 метров. На участке возведут 4 искусственных сооружения. 2 спаренных путепровода над железнодорожным перегоном Гродно-Аульс, 1 тоннель над дорогой Р-145, а также 1 подземный пешеходный переход длиной 38 метров. Кроме того, вдоль всей трассы проложат пешеходную дорожку и велодорожку шириной 2,5 метра. Полностью участок от улицы Карского до Озерского шоссе будет готов к эксплуатации к концу ноября. А к 25 октября откроют движение на перекрестке новой дороги с Озерским шоссе.